40 лет водительского стажа не уберегли от трагедии. На дороге Ачит-Месягутово водитель иномарки насмерть сбил велосипедиста, который ехал в попутном направлении. По предварительным данным, пострадавший двигался посередине полосы проезжей части без светоотражающих элементов на одежде и велосипеде. Водитель на момент аварии был трезв, но в темноте не заметил велосипед на дороге. Не заметил пешехода и водителя автобуса в Нижнем Тагиле со стажем в 33 года. Он не предоставил преимущество женщине, переходящей дорогу по зебре. С травмами пострадавшую доставили в больницу. В момент дорожно-транспортного происшествия в автобусе находилось 60 пассажиров. Никто из пассажиров не пострадал.